Владимир Иванович, добрый вечер. Вопрос такой. Как вы считаете, все-таки был ли возможен крымский сценарий или что-то к нему близкое в 2014 году? Я об этом много раз говорил. Достаточно было паре батальонов российских пересечь границу, этот сценарий был бы от Харькова до Одессы. Был бы. Просто был бы. Поэтому то, что они не пересекли границу, то, что 25 мая 2014 года Путин поздравил Порошенко с легитимным избранием президента, это был не просто удар под дых, это был ножом в почку, что называется, или в печень удар.